Так, 29-е. Апреля 2021 год, Харьков. Очередной дубль. Увидел его все-таки Юпитер. Сейчас наведусь на Луну и быстренько вернусь к Юпитеру, пока его еще видать. О, собачка, молодец. Возле метро есть на кого полаять. Тут кандидатов всегда достаточно. Так. 29 апреля 2021 год, Харьков. Пять 15, как мы. Уже очень проблематично видеть Юпитер, потому как ну светло совершенно. Сейчас я на елке жмотайки. Вот здесь он. Ага, он. Визуально я его вижу. Сейчас, значит, попытаемся в кадр поймать. Вот, вот он, вижу. До него 794, по-моему, миллиона километров сегодня. О, я вижу экваториальную полосу. Смутненько, но видно. Уменьшаю выдержку. Так. Ну где-то запропал. Так хотелось, чтобы ты в кадр влез, а вот влез. Самостоятельно. Да, вижу четко экваториальные полосы. И даже два спутничка справа вижу. Ну, конечно, на экране вы этого не увидите. А я не вижу. Я думаю, это лучший вариант. По настройкам. Абсолютно горизонтальные полосы экваториальные, ну параллельно поверхности Земли практически, чуть-чуть вверх они задраны по ходу движения.
плывет, покачиваясь. 125 крат увеличение оптическое, 4 цифровое, фотоаппарат Nikon Coolpix 5000, сразу сообщаю желающим. В комментариях спросить, что это за телескоп. Это не телескоп. Не то, чтобы я был против, что вы пишете комментарии. Просто облегчить вам задачу пытаюсь. А так, пишите, спрашивайте, если что-то интересует, что знаю, отвечу. Знаю я немного, не астроном, даже не любитель. Просто развлекаюсь таким образом. Ай-яй-яй. Вот это максимально я увеличил выдержку, то есть наиболее светло сейчас при ISO 125. Ну, по-моему, исчезли полосы практически и спутники. Садим по Киеву, Харькове. Ладно, пойду-ка я, наверное, сейчас луну сниму. Какого его ракурса снять? Ну, смотри, уже засвечено, когда же, ну то есть не засвечено, а светло, приходится выдержку уменьшать, чтобы хотя бы обнаружить эту луну, замечательную красавицу.